Я когда вышла из подвала, я увидела свой двор. Я увидела свой дом. Дети на полу в ванной. Я между этими комнатами плашмя лежа. И дом заиграл, как спичечная коробочек. И так вот люди идут по дороге. Так оп, и лягли. Оп, и лягли. Вітаємо, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні ми ділимося з вами історією Людмили з Маріуполя, жінки, яка розповідає про жахіття, що коїлися в її місті, та героїзм людей, які її оточували. Давайте разом дізнаємося про ці події, щоб побачити, наскільки змінюється життя людини під час війни. Ми впевнені, що наше співпереживання та увага можуть стати потужним свідченням нашої здатності до допомоги та підтримки. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі таких важливих історій і ділитися своїм співпереживанням у коментарях. Разом ми сила. Давайте піклуватися одне про одного. Я працювала у дитячому дитсадку 125 вихователем. В 6 годин я вже була на роботі. Тут прийшла наша чергова вихователька і каже: «Людмила Володимирівна, що ви робите?» А коли йшла, так чула якісь вибухи, такі десь далекі-далекі. І вона говорить: «Війна почалась». Я говорю: «Як війна?» І на 8 марта це були такі прильоти, це такі були прильоти, коли дивилися в вікно, і так от люди йдуть по дорозі, так хоп, і лягли, хоп, і лягли. І рядом з нами, ми во второму під'їзді, в третьому під'їзді, был самый настоящий страшный прилет, когда обрушились перекрытия, да, и газовые эти полетели, ну, в общем, все перекрытие, и все рухнуло. Дети на полу в ванной, я между этими комнатами плашмя лежим, и дом заиграл, как спичечная коробочек. У нас так, наш дом, понад дорога, это спаренный. И в этом спаренном доме под полуподвале находилась салон, парикмахерская. И мы остались в этом полуподвале, можно сказать, жители двух домов. Вылетали окна несколько раз. Эти окна вылетают, мужчины как-то приделают их, а потом между стенками, потому что их три окна было, они вместе с этими. Тут груды мусора, всего. Мы лежим, ну такой коридорчик, мы лежим на полу. Плашмя. И вот полный двор машины. Она под двором, под окнами было штук 10 машин. И вот эти машины стали мишенью. Они в них бьют, они вот так переворачиваются. Они в них бьют, они вот так переворачиваются. Потом они загорелись. Я когда вышла из подвала, я увидела свой двор. Я увидела свой дом. Я поняла голову вверх и сказала: «Господи, спасибо! Спасибо, что мы остались живы!» Я не знала, как можно было нам остаться там живыми. Вот этот дом полностью разрушенный. Наш дом, балконы висят. Окон нет, одни черные проемы. И мы бежали вперед. Там сколько людей на дороге валялось. Сидели люди на лавочках. Но от домов не знаю, что осталось. Одна разруха. Женщина одна, я ее никогда не забуду. У нее шевелились руки. Но она была полностью седая. Так облокотилась, то ли она сидела, и в нее что-то попало. Оказывается, с вечера пришел парень и сказал, что он разведал, что можно выйти уже на край города. А там уже были оккупанты. И он собрал пока небольшое количество. Ну вот, зять пошел, Даня пошел, жена и дочка этого Ромы. И потом уже и продуктов не было. Он взял несколько матерей, у которых были маленькие дети. На следующее утро мы бежали, с нами был больной мальчик. Мы бежали по куче мусора, разваленного.
рынок рядом с нами был, который мы перебежали, Бахчеванджи. Там были, ну, все, арматура, там столько зданий было, этих торговых центров. Все в хлам было разбито. И когда мы прибежали туда, я сказала: Господи, я добежала только потому, что вчера по этой дороге бежал мой внук. И он ни разу не застонал, ни разу ничего. Только говорит: Рома, когда пришли, он сказал: Рома, большое-большое вам спасибо. Спасибо за то, что вы нас вывели, спасибо за то, что вы, ну, так организовали нас. Спасибо Ринату Ахметову, куда ни смотришь. Спасибо за то, что мы попали в этот дом, я считаю, общежитие, в этот дом, где, ну, сделано с такой любовью и все. Все необходимое для жизни. У нас одна единственная мечта, чтобы быстрее над нами, над нашими головами было мирное небо, чтобы закончился весь этот кошмар. Этот кошмарный сон, от которого, я, мне кажется, я не могу проснуться, я не могу до сих пор поверить, что нет города, нет дома, нет тех людей, нет работы, ну нет, ничего нет. Я Олексій Суханов, амбасадор музею «Голоси мирних» фонду Ріната Ахметова. В найбільшому у світі онлайн-архіву свідчень українців, які постраждали від війни, ми зібрали вже понад 90 тисяч історій. Вкрай важливо розповсюджувати правду про війну, фіксувати, документувати. Допоможіть нам! Це наша спільна справа. Підпишіться, будь ласка, на канал. Нам важливо зберегти минуле та теперішнє заради нашого майбутнього.